Она сама бегает быстрее всех. Она меня пугает. Что там горил ваншот? Просто в говно. Так они слабые же за этой пушки. Что, сдаем? Так точно. Ну все, остался только кача райт. И подождите, я пойду посмотрю, может что-то интересное продается в оружии. О, продается. Нам теперь надо сходить к Текею и как-то сделать кетчерайд. Сделалась кетчерайд. Сделалась? Может, у нас просто зависла она? Может быть, уровня не хватило, на самом деле. Тоже такое бывает. Ладно, говно. Мог бы догадаться. No N in Teams. Так, да, я поняла о чем-то. Вначале сдадим квесты, потом за этим боссом. Ну, нам нужно сдать тики этому, да? Да. Все-таки это опыт. Угу. Ханг, беги к этому, к слепошарому сразу. Угу. Блять, взял винтовку, думал нормальная винтовка, нет, такая же, стреляет 12 патронами по 3 штуки, правда мощнее, чем моя предыдущая. Там где-то должно быть написано. Там ну, это херня точная, правда, очень. Вот мне в той части нравится автомат от Владова и бандита. Это обычно здоровенные, с кучей патронов, полностью автоматические пушки. Что это было? Уже ничего. Халявные патроны. О, дробовик дали. О, кстати, надо прокачать способность. Так, мне дали снайперку фиолетовую. Кто кому надо? Я могу дробовик отдать тебе, фиолетовый. Синий, то есть. Так вот, снайпер ты. Так, бросил тебе синий. Где он? Где? Можно я ее возьму? Бери. Бери. Я снайперками не пользуюсь. Знаешь, что это за хрень? Смотри. А, волной стреляет. Да, вот фуфло. Ну-ка, покажи, Куки, что у тебя за винтовка. Да нет, не эта винтовка. Которую ты подобрала, снайперку или она хуже? А, в смысле? Снайперку я скинул. Ей, да. Так, погоди, я еще какой-то добавить нашел. А, ты мне дал который. Да. Точно такой же, слушай. Такой же? Да. TK Wave. Это я думал, слепошал мудака добавить. Ну блин. Тут какое-то задание. У кого? Или не, сейчас посмотрю. Да, задание у доски. И вообще у нас у доски сейчас появилось новое задание. Пошлите. Так надо взять, это значит ты бежишь и берешь. Ну типа того, я могу вас добежать, вас подождать. Ханг, давай мы будем ездить за ним в машине, это быстрее будет. Где тачка? Где моя тачка, чувак, да? Вот уже фильм. А, нужен 10 левел. Хотя не видно. Написано 10 левел нужен, вот. Я только сейчас почитал. А. Ладно, пошли тогда босса убьем. А что, там нельзя забрать? Или забрали? Задание. А, позади это. Нету, тоже... типа, неактивно. Хотя на карте показано. А? Хотя, может быть, кстати, на карте это просто показано, что там находятся доски, шизоволны такие страны. Это Ханка дробовик.
успел. Так, Bonehead Thief. Подождите, это... сейчас будет жопочный босс. По крайней мере, для нас с Корифаном вдвоем, если мы направо сейчас пойдем. Да-да-да, мы направо. Я думала, вот, что это девятипалы, поэтому я... Нет, этот хуже гораздо. Для нас он вообще был смертельный. Когда-то. Но мы его завалили. С 10-й попытки. Вон он. Bonehead. 11-й левел. Придется так с ним драться. С этой штуки я... А, ты трап хочешь, да? Он тебя вырубит. Ну чё, сейчас я его... Ладно, я его не вырублю. Так, кого-нибудь поменьше, что ли? Нет, мы убили их. Сорян, зачем? Слева у тебя есть еще один. Да я быстрее... Нет, этого не... Я их уже не завалил, я не вижу ничего-то. В глазах темно. Че, подождем его, не будем добивать? Понял? По-моему, мы его добили, не? Да? Нифига, там остался один. Двое. Они не добили, ждем. Давай заныкаемся пока. Стараюсь. У меня идет регенерация жизни. У меня что ли этот есть такой матный? Щит? Возможно, у тебя щит, кстати, регенит. Это да, это хорошо. Да. И плюс еще моя эта штука. Откуда они вот тут взялись позади нас? Тут у вас много тут. Да они спалятся же постоянно, гады эти. Так, я одного мелкого завалю, чтобы он нам не мешался. Угу. Куда он мне вмазал? Убили? Угу. А, я пропустил момент, ну ладно. О, у него какая-то куколка есть. О, автомат. Сперли. Так, что за автомат? Это пистолет-пулемет. Ну, я о чем говорю, автомат. Стреляет по две пули? Че? Ну, как дробовик стреляет дробью, тут же такой же есть. О, белый ящик, охеренная вещь. Тут просто дохнещее оружие. Покажи. А, нет. Ну, да. Не это тот. Деньги. Ну, ладно. Ну, хотя бы вот тут. Так, все, посмотри, что вообще за штука, что она умеет. Какая? Ну, пистолет-пулемет. О, мне как-то... Я как АВСО убивала, я как-то забирала сюда наверх. Куда по две стреляет. Угу. Здесь ныкалась и отсюда снапил его. Да нас трое, так что... Повезло. Так, Хан, качай толстоту. Качай, наверное, да. Жирность. У тебя так. Я что делаю? А, ты жирность качаешь? Я думал, ты в урон пошел. Нет, я щиты качаю пока что. Потом этот хп. О, сейчас. Ну, сдадим квесты, наверное, минут 10-5 перерывчик. Да, кофе себе сделаю. Эй! Динк! Где моя тачка, чувак? Прикольный фильм был, дебильный, но прикольный. Так, теперь у нас 3% здоровья будет восстанавливаться за счет этого. А что ты не покрасил ее? Почему в черный покрасил? Тут же раскрасок нет, как во второй части. Не, не так. Ну-ка, сядь за... Прыгай. Я на своей башке не вижу, куда стреляю. Да у тебя пулеметик маленький перед тобой. Ты сидишь, знаешь, скрючившись, и перед лицом ручки держишь, как будто бы из пулемета. Я вижу это. О, слушай, Коки, а ты можешь залезть к нам? Так некуда же. Ну что, перерывчик? Ну да, потом покатаемся. Давай в город тогда, потому что они тут спавнятся. Ну, давай, да? Давай, Коки, запрыгивай. Хова! Газуй. Отлить назад, затолкаю. Давай, газуй. Нельзя, там невидимая стена. Может, да, мы не можем двинуться, все. Нормально за это. Тут, кстати, у доски новые квесты появились, и что? Ну как, придем. Угу.
пойду пушку возьму другую, то это мне не нравится. Мне нужна нормальная автоматина, а не какая-то там трехпулечная гадость. Если это то. Ну, вот где часов попал, опоздал на электричку. В смысле? Ну, по делам, в город ездил. Угу. Да ёб твою дивизию. Чё, у тебя были, что ли? Да нет, ну, мне попадаются одни трёхпатронные долбанные винтовки. Ладно, это получше будет, по крайней мере. Остальные продам к хренам собачьим. Что-то там висит. А. Как вы бы хоть это отстреливались по-тихому? Так она отошла. Мне тоже надо свалить. Давайте, я пока постою тут. Спячусь тут. Подожди, тут можно толкать друг друга, нет? Не. Можно только вызвать на бой. Затолкали бы в этот гараж. Я так чешил в этом Destiny 2. Скидывал вниз, когда в хабе стояли. Он отошел, что-то в меню делает. Ну, я его потихоньку толкаю, как бы его. Так, сейчас пойду. Блин, а мы не можем перепрыгнуть здесь, хотя по сути своей вот она локация, в которой мы воевали с боссом. Там есть ящик с патронами, блин. Ну ладно, потом достану. Типа ау. Что? Ты о чем? Не понимаю. Все же надо искать. На 13-м уровне. У тебя он тоже завис в воздухе? Нет. А, да. Ну что? Я не знаю, я к нему подполз, когда он подпрыгнул, и все, и вот. Я Дэвид Блейн, и это простая уличная магия, да? В рот, мне ноги! Демон! Блайн фейк! Крис Энджел! А, нет, он слушай, он нет, поворачивается. Он, по-моему, на звук реагирует. Ставили, блин, на 5 минут, да? Я тут. Сорян, это уже есть хотелось, просто не могу. Блин, ты пропустила такой прикол? Так, теперь я найду, мне чайник вскипел. О, я чё, типа робот? Бип-бип, бу-буп. Нет, больше похоже, что он тебя... Ну, ладно, не, я не буду продолжать. Ха-ха, пошлячка. Я не договорила, ты сам додумал. А чё тут додумал? Тут подразумевается только одно. Так что пошлячка. Никогда сюда не залазил. О, оказывается, тут есть ящик. Не нравятся купаты, они такие, у них хватает мяса. Так, я тут. Hello! Так, а вы где? А, тут. Хочешь майнфрикт еще? Не, не получается, дай-ка. Ну, ты даже спрятаться в нем не можешь. Он в тебе прячется, я бы лучше сказал. In Soviet Russia. Робот прячется в тебе. Че, берем? Да.
Я долго берется для всех сразу. А, да, взяла все. Ну и все берется для всех сразу. Ну и все. Надо убить 10. Сбить 10 человек на машине. Сбить или скагов. Роуд килл это сбить на машине. Поехали. А! Тупые создания. Надо за на машину вызывать, я не могу. Critical bitch. Вызывай. So, who's the day? Че, ты будешь куда? Ладно, поехали. Врум-врум. Куки! Что ты делаешь? Да ё... Дай назад. Серьёзно, это вы на меня наехали? Ты нас подрезала. Опять. Назад, я попробую выровнять. Так. Нет. О, нормуль. Мы ее сломали. А, в смысле, взорвалась что ли? Да. Ну ты пока это сбегай. Куки там веселится. Башка моя здесь не будет мешать. Дави, дави все, что видишь. А, я забыл управляться с мышкой. Да, дебильное хало управление, да. Как же неудобно, да? Давай его. Ну, бум! А, что-то я в Rocket League бегал, хотел сделать сальто от стены. 7, 8. Осталось двое. Один. Сзади, сзади, сдай назад. А, тут. А, готово. Миссия забрызгай кровью шины выполнена. Бип-бип. Чёрт. Что, черт, попал. Да я наехал, да. А, это что с тобой, это управление это? Почему нельзя повернуть головой? Fuck me, shit. Какой он неточный, а? Ни разу не попал. Ну, кого-то сбили? Я приехал кого-то. Это, кстати, у нас урон наносит. Да что такое? Это управление. А! Я просто хотел головой повернуть. Ой-ой. Раки. Вот, нас стрелял. Атакуют раки. Ты стреляешь же? Я или стреляю. Фига, сбили всех. У тебя вообще-то тоже пулеметы есть. Да, но этот... как это сказать-то? Дави, короче говоря, быстрее будет. Кстати, да. Что тут вообще делаем? Не знаю. Едем. Ищем ворота. Они прямо и налево. Я знаю. Да я Ханку говорю. Ну, зачем склон налево? Так я повернул голову посмотреть. Страйк. Сам в шоке всех разом переехал. Мы так левел скоро получим. Либо машину взорвем, потому что треть машины ты уже сбил. Нет, не я. Упс. Так очень мало дает опыта за них. Тут где-то очень мощный скаг есть. Типа этого? Нет, который элементальный. Это тоже не он. Вон, кажется, кто-то выскочил. Он сам под колеса прыгнул. Привет. О, Ханк, стоп, 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 стоп. Что ты хочешь? Я хочу этот ящик забрать. Я тоже. Все, свое забрал. Ну ладно.
А что там? Патроны? Патроны, да. Ладно, поехали, то уже без нас уехали тут. Ну так товарищ Куки же не комментирует, куда поехала. О, кстати, я могу стрелять сам, пока тебя нет. Ну да. Это очень удобно. Ну, нужно рассказать Зеду. А, ракетная? Ты водитель. Опс. От бога, Гефар. Я случайно. Че, пойдемте сдадим здание? Да, так точно. Новые миссии, да, иди. И появились новые. Что это за хрень? А, сторидж. Увеличение битого. Дополнительный инвентарь. Слот для этого получили. Инвентарь увеличивается, да. Угу. Теперь у меня пистолет и автомат. И винтовка. А мне бы что-нибудь купить тогда. Надо взять дробовик на всякий пожарный. Или СМГ. Возьму этот пистолетик от Владова. Посмотрим, что он умеет. Так, что, берем миссии дополнительные? Конечно. Офигеть. Это был маленький пистолет. Это мы сдали, это мы взяли. Все. Ди, сложность impossible. Impossible! Ну да. Вам зацени пистолетик. Ну ж маленький такая пупа. Ужас. Так, ну Куки, выбирай, какое задание нам надо. Да. А, я же веду. Да ёп! Хочешь, что так делать? Что бы говорил, а? Секунду. Тебя не обратно. На, садись. А! Знаешь, ракета не такая же плохая, это идея была. Что, поменять? Да, езжай обратно, я поменяю новую базу. Ладно. Так, добежим 3 метра. Жалко, как во второй раз сказать, так не то. Да, вебанита. Так, а как ускоряться? F на F. Отормозить. Не ты. Нормально. Удачно. Так. Точно. Подожди, что? А, с ним поговорить, да? Да. Все, взяли все задания. Да, выбирай, какое надо. Это нам сейчас надо набежать на этот, на базу у этих. Упс. Садись. Ой, Куки. Мать взорвала. Моя женщина. Что это было? Куки рванула, кажется, да? А, это вот о ком я и говорил. Дави, ублюдка, дави. Сбил нахуй. Подкинуть? Девушка, а, что? Вам нужна машина? Тормози, пусть попробует запрыгнуть. Угу. Да тормози, ты говорят. Да тут бегают эти твари. Так.
Запрыгивай, если можно. У нас машина стоит на одном колесе, только если ты заметил, кстати говоря. На двух. Сейчас еще взорвется, еще сейчас. Ну-ка. Не, не взорвется, регенерация идет. Так, вот я. А, нет, меня скидывает снег, когда залазил. Даже если ты не едешь. О, теперь у меня машина в воздухе вообще висит. Там, где. Там, куда мы направляемся, дороги не нужны, да? Еще один бежит такой. Бум. Вот учительство. Хотя за них опыта мало дают. Не говори. Так, Куки уже в этом. В лагере. Пошли помогать. Ай, я все добегу, у меня 2 хп, меня еще грохнут нафиг. Ладно, бегу к тебе. Где ты? Это не надо. Я беги вперед, я лучше этот. Да ёб твою дивизию. Я застрял. Ой, Куки упяло. Бежим. Ну как бы сами не сдохнуть при этом. Все, Куки встала. Да-да-да, я самостоятельная. Лечись. Сильная независимая женщина. Ага. Печенька в данном случае. Ну да. Добивай его. Ну вот этот, у чувака мало хп, ладно. Ты я добью его. Добивай. Ну да, прицел хоть ставлю. Я через оптику стреляю, приходится стрелять ниже. Ну да. Вот это на всем оружие такая хиромантия. Это задача? Да нет. Где-то еще гады. А, он выходит. Ну кто меня кидает? Вы вышли еще дополнительно. Че, давай один на один, гад. Один на один, это не значит, что пришел еще один амбал и всех перебил. Так, нам наверх. Тут кто-то есть. А, вот. Ну пойди теперь, дай-ка зайду. Ах, если бы патроны бы так быстро не кончались. Ну так, когда прокачиваешь эту штуку, количество их общее. О, наверху ящик с оружием. А, вот вижу. Это автомат. Судя по длине, он спасет. Ва! Какая-то скотина рванула ящик. Так, что значит, представить пулемет или винтовку? А! Подними меня лучше. Он там, гад, видишь, вдалеке стоит. Не вижу, он еще подстрелит, если ты его не вольнешь раньше. Так, возьму-ка я автомат, у меня нет дальнобойного оружия. Мой дробовик это полный отстой. Сволочь присел, у него теперь попасть нереально. Еще один сволочь вышел. Так. Да что ты такой вообще непонятный? Ладно, это хрен тоже стреляет короткими очередями.
А то я могу в него попасть, наверное. Попал. Сейчас слева еще один есть стоит, видишь? Да, вижу. Аллилуйя. Так, ну-ка, прокачиваем скилл. Теперь патроны по 3 штучки будут восстанавливаться в секунду. Так. Так, мы забрали ключ? А, это, подожди, это вообще не в этом месте, это другая миссия. Так, максимум ХП, либо резист Куриона. А фиг его знает. Тоже не та миссия. Но она неподалеку. Подожди, я помню, там должны быть здоровы эти гадкие шираки. Или нет? А, нет, это другая. Пофиг. Я все больше думаю, что зря я качаюсь полстату, что-то она не очень работает. Ну, так у тебя залевел еще. Так, я нашел. Сюда. Нажали, да? Да, да. Так, ну тогда следующий. Вперед в машину. Еще один нажали. Штуки не хватает точности, на ней здоровенная оптика, длинный ствол, и она нифига не попадает все равно. Ну да. Пистолета больше толку. Угу. Так, где еще последний этот, третий? А, вот где-то вот он. Все. Breaking Wind. Короче, мы включили мельницы воздушные. То есть теперь типа электричество поступает. О, нифига нам ехать. Так, что ты поведешь или я? Давай-ка я. Давай. Так, Куки без машины. Она быстро бегает. Кстати, да. Мы бы тоже могли, если бы ты не врезался все подряд. Кто бы говорил? Пока. О, мы ее пихать можем. Gotta go fast. Ух, ё. Так, ну, сюда? Надо бить, рак, бить. Раков. Окей. Попасть бы хотя бы в одного. О, видал, как удачно. Ну, если попал. Если ты попал. Как это не? Из ракеты их долбанул. Нет, вот это взрыв от пистолета моего. Ладно, это долго будет. Все, надо возвращаться. Потом как себя. Ну как много тут полегло там. Так, я восстановлю жизнь и патрончики чуть-чуть. Давай, поехали. Пихай, Куки. Так, Куки, готовься к стыковке. Сейчас мы только развернемся. Да не в ту сторону же. О, куда? А, туда дальше. Да. Нормально зарезал передвижение, да? Все, добежали? Да, да, мы здесь. А вот, кстати, машину можно делать. Я так веселее было. Новый щит, интересно. Новый щит? Дали? Mm-hmm. А, ну да, вот Slow Health Regeneration. А у меня супер fast charge. Очень быстрая перезарядка. Угу. Так, сейчас пойдем лишнее. Тут нет магазина сразу же. Ну, да, думаю, будет дальше.
кофе просто. Так. У меня что-то очень долго подгружается. Это что за магазин? Понятно. Кстати, теперь можно еще дальше улучшить. Это да. Да, вижу. Так. Repeat pistol. А, у меня денег не хватает на это, нифига не стоит здесь. 6000, да? Ну, он сходил, что ли? Что ты потом купил? Да, кстати, моя билка уже мне хп резать начинает. О, гранаты липучки. 4900, да ты офигел. Что за цены такие дикие здесь? Да вообще зверские. А где все монстры мощные? А, офигеть они. Подери, хорошо хоть эта штука жизнь восстанавливает. И она кончилась. Ай. Ну, даже это кислотой. Скотина такая. Куки, да? Хватит убивать всех подряд. Мелко вали. Перестань в меня это... Чёрт. Помогите! Нет, не успели. Да я только сам остановился. Где эта скотина? Я такой один удар и бац, и ты упал, да? Ну ты мелкая гнида, иди сюда тоже. Сзади еще. Поговорим с тобой как мужик с мужиком. Мужик с эскагом, да? Блин, опять чувствуется, что оружие уже не то. Тебя буквально вот только что поменял почти все. Угу. Что это было? С пули пистолет, пулемет. Не, мой все еще мощнее. Такой старый. Блин, мне нужен пулемет бандит ставить счастье. Вот это была звездская штука. Почему? Ну это считай почти М60 с здоровенным барабаном. Там плевать на точность, у меня просто много патронов, стреляет быстро. Ух, ни хрена улетает. Кто меня ударил тут? Ой, как больно, что это было. Это будет БДСК. Вали мелкий. Сейчас я их замажу. Сзади тебя, вали. Перезарядка, перезарядка. А я что, не кинул эту, что ли, турель? Может, они сломали? Сзади гадина одна. Да ёб твою мать. Дайте за дамажку. Вали. Есть. А, вы уже убили всех? Надо. Шикарно. Ну, ангелс, то на меня, то на Коке. Пока отворачивается, я ему снова под хвост. Несколько раз кулаком. Какой ты злобный. Можно было, в принципе, обойти, перепрыгнув все это дело. Ну да ладно. Справа. Ну какой ты маленький и злобный. Китай, что ты? Я о чем и говорил, справа. Момент. Нет, не та пушка, зато. Да что ж такое, а? Фига он жирный. Спасибо. Это его. Так вот током то колбасит, да? Он все еще жив поэтому. Готов, так. А, вот этот. Маленький.
Короче, ты мне достала. Так, теперь у меня еще больше восстанавливает здоровье. 4 за секунду. Сверху там слева было. Какой-нибудь есть снайперская винтовка? Нет, это только по 3 патрона. На мосту куки. Нет, на штуки не попадай нифига. Долго вы будете возиться? Какая уже фуфло, что я сделаю? Так, ладно, после этой способности буду качать отдачу, чтобы было меньше. Тебя, по-моему, вообще не должно быть, у тебя оружие одной рукой держится, маленькие пистольчики такие. Только потому, что он в руке не помещается, они набавят. Он слишком маленький, чтобы держать двумя руками. Значит, и щетка тоже помещалась в одной ладошке. А потом агент... Джей летал по всему этому залу. Выстрел от Венеры отразился в свете Меркурия, что-то там такое, да, было? Да-да-да. Зуб газа. Ты одного, да. Так, куки бери. Там поптечка. Что-то заметили. Да пофигу. Стреляй в башку. И типа кто круче. Что, где, кто когда. Ну ладно, он. Так, если что, чуть-чуть назад отойди там. Я бегу. Чё, как тебе регенерация теперь? Только хедшотов, а толку эта штука слабая, даже если в голову стрелять. Ей! Где мой пистолет сейчас, я кому козло. Все, нет щитов у него. Готов. Так, куда мы вообще бежим? Без понятия. А, самый край карты. Там сейчас налево и направо. Блин, у меня вообще нет потом, только на эту кухлужную винтовку. Ну, я говорю, может чуть-чуть потом постоять рядом со мной, восстановить, когда будет готова эта штука. Тут пистолет, наверное. Слева, гад. Иду за ним. А тут, кажется, ящик с патронами. Вот, да, он есть внутри. Сгорел. Так, все забрал. Все забрал. Ничего интересного. Сзади был ящик с патронами, но я его обчистил. Угу. Так, наверху ничего нету. В унитазе что-то полезное лежит. Нет, 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 нет. Фу. Да я чуть не улетел вниз. А, не, броня здесь уменьшается, если ты падаешь с большой высоты. Правда, там на совсем мили пусечку. Наверху что-нибудь есть? Да, есть. Что это? Опять это дебильная винтовка. О, можно я возьму вот эту вот? Да, попробуй. Ну что, у нее 41 урон. Скорее всего, так же чередями короткими стреляет. Сволочь, у нее 13 левел нужен. Ну ладно, это через один. Ну 40 урон против 18 моих, 23 точнее. Но это уже как-то круче. Ты сюда? Да. Вроде бы. Ну, карту показывай сюда. А, Слэдж, это новый босс. Это дамж. А, это место. О, кстати, Ханк, покупи патроны. Купи патроны. Фига, мне 560 максимум их можно таскать с собой. Так, а тут есть такой прикол с использованием вот таких знаков? Или это из второй части? Это второй. Что именно использовать? Нас заметили.
Воу! У кого-то очень дурное настроение и большой ракетомет. Ау! Не издевайтесь. Херра себе. Что нам делать? Я все в голову попадаю. Ты башкой все перекрыл меня. Ну извините, я умер там, где умер. Ладно, сдаюсь, хрен с вами. Да, тут ловить нечего. Ну точно правильно пошли. О, черт. Вот здесь. С другой стороны. Привет. Вообще его сможем завалить, нет? Слушай, это слишком быстро происходит все. Блин, не успел. Это была плохая идея. Да, вначале надо сделать побочные квесты, чтобы поднять уровень. Угу. Валим отсюда тогда. Угу. Бежим. Пока нас опять ракета не хорошо. Ну, как вам дальше? Хорошо прошло? Вообще отлично. Каждый день бы ходил. Теперь надо возвращаться аж вон туда. А, ну да, конечно. Юдели? Нет, я не ревную. Мне просто хочется больше скорости. I need more power. Туалет. Холодильник. Мне нужно как этот... как зовут этого чувака? А, He-Man. I get the power. Шок Кристалс, это где? Какое-то другое подземелье. Подземелье и драконы. Данжен. По Dungeon and Dragons же есть игры, по-моему, этот. Одну точно знаю. Мысли. Есть, как его? Наподобие Властелина колец Возвращение короля, по-моему, даже у них одинаковый этот движок. Как-то игра называется не Demon Stone, а может Demon Stone, а третьего лица рубиловка. И это единственная игра, которую я знаю по этому Dungeons and Dragons. Так, спавни. Врум, врум. Мадафака. Новые квесты доступны. А мы еще старые не сдали. Упс. Дай, давай бы нам полную эту, как его, экспу за урон. Это было бы слишком easy. Читерно, да вряд ли. Это как в этом, в The Following. Машину ставишь так, чтобы она колесами не касалась земли. И газуешь ночью. И что это дает? Просто а. Когда едешь, дает экспо просто так. А-а-а. То есть машина тупо стоит на месте, колеса крутится, считается, как будто ты едешь. Удобно. Когда мне надоело качать этот вождение, просто так машину закинул на этот. На... Дайте тоже 15 уровня, смотрите. Корабль. А что уже у нас нет заданий? Это что-то как-то слишком. Слушай, я по 5 ладно, на нашу что-то за фигня происходит. А это по 6 наносит ему, они слишком толстые. Коки, беги. Я тебе лечу вообще или не лечу? Беги, беги, лечишь.
Фига ты их раскидал. Это был я? А, так они просто по землю ушли. Они ушли под землю. Один помер, остальные-то нет. Один помер. Вот этот вот. А! Так нехорошо. Еще двое, минимум. Сейчас вылезут, вот они. Бери аптечку. Ну, хотя бы левел дадут быстрее. Что, ха-ха, действительно дадут? Так, тут еще с этой... А, нет, иду. Показал... О, вот они, кристальчики, их надо, по-моему, разбить. Хау. Что ты там вижу? Давай. Неприятности. Альфа-скаги. Ох, ё. А, сзади. Они тебя бьют, они могут тебя выхилить. Да, беги, беги, беги. Да, это будет долго. А, у меня патроны кончились. Нет, не подходи. Я умер. Так, продолжаю бить. Нет. Нет, нет, забей, забей. Не надо. Фигеть, у них резист по моему урону. Я по одному хп снимаю из автомата. У меня где-то по 7. Надо новое оружие уже. Офига, у тебя на лицо запрыгнул. Удобно. Хватит мне в лицо тыкать, ты скотина, иди отсюда. Блин, у меня нет оружия, чтобы ему ответить. Убегай сразу, убегай. Вот так хотите, да? Ну давай. Вот, это было больно. Ау! Это было очень больно. Сюда смотри. Ой, и тебя тоже задели. Да что ж такое, а? Ну блин. Поздравляю. Успеете? Не успеете? Нет. Черт. Нет, вопрос. А сложность можно было выбрать вначале? Нет, они здесь настраиваются. А, после ингейма, да. Я вспомнил, там можно повысить сложность, когда пойдешь в Эгенекс. Повысить? Мы тут на обычный это не можем. Ну, типа на ВГ плюс. Ужас. Ага. Так, ладно, я затарился с МГшными патронами. Так ладно. Что? В чем подъем? Я что-то не понимаю, почему они такие сильные-то? Это они дерутся между собой. Кажется. Так, Лярвам, стреляйте в глаз. Это слабая точка. Если в эту штуку еще попадала, куда я хочу. Ну, скотина. Это у меня вообще урон по ним не идет, абсолютно. Это сволота. Один готов. Так. А, скаги между этим идут, все, ладно. Да. Так, Ханк, отбегай сразу, как только это. Не, я лучше завалю. А! Ну давай, быстрее, чувак. Ну зачем ты убил его? А.
Блять, да сколько их здесь? А! Куда этот краб здесь появился? Сука, стой на месте! Фу! Куда хп? А, не давай, я возьму лучше. Бери. А у меня скоро турель восстановится. А, твою задугу. Я тут валят меня. Вот, лату. Стреляй в этого. Пока на себя держу, куки восстановил. Когда мы втроем одного долбим, еще нормально. Если бы они по одному так выходили на нас. О, хера дробовик, смотри, какой выпал. Дай-дай-дай-дай, а то мне не дробовик, а говно какое-то. Во, 33 урон на 9 пуль. О, а, ты будет 13 левел. Ну, так за... у меня он будет буквально со следующего монстра, так что подбирай. Ну, у меня тоже, наверное. Хотя бы патроны купить. О, нормально, так. Все, у меня 5% за секунду восстанавливает регенерация это. Куки кого-то походу завалило. О, отлично, у меня новая винтовка, которая должна теперь хоть какой-то дамаг делать. Да, оружие заметно слабее. Да, да, ну пора менять уже. Ну, либо это дело в нашем левеле. Не, левел оружия. Ну да, да, а так много. Наш уровень моба мы 13-й считай, это не слишком большой такой перепад. Да нет, здесь большой, здесь же всего 50 левелов или сколько. Тут хпшки. Так, Ханк, стой. Все равно не понадобится. Сейчас мы быстренько тебя подрегеним. И патрончики восстановим чутка. Уже купил. Все, я полный. О, сейчас вообще турель нормально, да, лечит? Ну да, заебись. Так, это два левела, и у меня будет максимально патроны восстановлены. О, хоть 25 левел. Ой, 25 урона делаю за выстрел. Так, подождите. А чё, подожди, сейчас вылез, ребят. Не, я не веду. Скиллы распределяю. Жалко, это пистолет как мало патронов. Вообще по области бьет. Не все. Хера их тут на самом-то деле. Я уже треть от уровня накопил, пока мы тут били их. Везет. Я совсем чуть-чуть. А, кстати, да, я же добавить могу взять новый. Бери, вот как раз он нам сейчас и понадобится. А, нет, тут показал, что он один этот двухствольный. Так, сюда. Как же нам еще дофига этих кристаллов надо. Да, сюда. И ой-ой-ой, у нас здесь огромная проблема. БДЗ. А! Ой, ну, эти штуки очень низкие, тут стрельбы, то есть. У него удар по площади есть. Их двое. Так, надеюсь, он отключится пока на куке. И меня жать не будет. Я не могу. Блять, они со всех сторон идут. Нет, не ешь меня. Слушай, дебейк полный говно. Да? Он слабый и долго стреляет медленно. Добивай очень. Их. Я никого не вижу, кого стрелять.
мелких. Я их не вижу, этот сволочь весь обзор не перекрыл. И я готов. И патроны кончились. Я бы с удовольствием к вам подошел, но не могу. Они, кажется, забаговались. Не достанет он нас? Не, я стою расстреливаю со спокойной совестью. Он, главное, чтобы патрон хватило. А! Сзади зашли, что ли? О, тут скотина мелкая, иди сюда. Блять. Ну ладно. То есть, может, меня поднимет, если успеет. Так, где я оказался? Ой, прямо здесь. Сел? Пока забаговало, валите его. Где он? Вот он, у меня. Ну, Куки тоже. Сейчас я ей помогу, потому что... А, это ты. Нормально. Ты двое, что ли? Все, он отбаговался. Их двое, двое. А, нет, забежит за мной. А, вот этот второй, у него полный ТП. Ага. Ух, твою ж за ногу, а. Да что, босс? Я. Сдохни. О, повезло. И патроны кончились. Добивайте большого, пока он это. Танк справа от тебя большой. Да, и он уже сагрился на меня, он больше не этот. Это глючит. Я завалил деда. Он как больно бьет. Куки стреляют в этого. Да что, босс. А, меня за... Сзади тебя Куки есть. А, то есть я не могу стрелять и лечить одновременно? Ну да. Да что ты, да. Меня выбили. Где эта штука медленно стреляет, а? Бляха, муха. Нифига не видно. Подъем. Так, сволочь даст встать вообще. А! Вот тут маленький гаднюк с дробовиком. Скотина. Я да ты падла маленькая. Так, я встал. Ай! Ну что, бьет-то больно. Так, встаньте рядом с турелью на всякий пожарный. Там пришли эти говнюки большие. Да-да-да. Ай. Бобо. А, это как ты еще жив, что ли? Был, да. Поднимите пиздельщиков. Я сейчас сдохну. Я вообще не вижу, куда я стреляю, но я стреляю. Я почти брузера завалил. Я тебя быстрее так подниму. Главное, чтобы мне никто не мешал. Ай. Вали грузера, быстрей. А, чё, придётся мне его валить. Да у меня патроны кончились на всем вообще. Кроме пистолета. Ну ты держись. А, они меня толкнули, гады. Блин, кто-то убил Эллерскага, который я должен был завалить. Это я случайно. Да чтоб такое, второго завалили. А это уже не я. Только встал бы. Нифига не видать. Блять.
Ножа носка, как ебись, блядь. Есть. Какие-то. Где ты? Фига ты улетел? Ну, да. Нифига не вижу, кто меня бьет. Собачка, прыгай. Да чтоб тебя, опять потом кончилось. Ложись. Да блин, лечись. Да блин. Мы так падаем и поднимаемся. Так, где куки лежит? Она уже встала. А, встала. Ой, тут еще один, вот он. Последний гад. Я где-то видел револьвер, никто не забирал. Я взял, кажется. Сейчас подлечусь. Тут еще один, да ёб твою дивизию. Да, блин. Шестнадцатый левел, а вот 13-й. Охренеть. Вот это было мочилово. На, держи. Ну, спасибо. О, обожаю револьвер. Так, а у меня есть что-нибудь тебе дать? Да, мне нужен большой автомат, желательно пулемет. У меня только есть 23, которые стреляют под, ну, по 3 патрона. Нет, значит, ты знаешь, куда его. У меня есть пистолет, который 30 урона наносит. Ну, даже не знаю теперь. Что-то револьвер не такой, как я думал. Это была война. Мы падали, поднимались. Теперь у меня ни хрена патронов нет вообще ни на чем. А там еще эти опять твари. Тут вокруг патроны валяются. О, это же этот, клэптрэп. А? Что это происходит? Война. Часть вторая. Ну ладно, с этими хотя бы не так тяжело, иди сюда. Угу. Сейчас как тебя накидают тут? Да, да, было больно. А? Так, куки, бегу. Ах, ты ж твою дивизию сзади вышел. Так. Да, блин, это сколько прикройте меня. Ну, теперь стреляю во все, что движется. Где? Я их не вижу, темно слишком. Что выключил свет? Да. Ой. Блин, надо полно такая, блядь. О, у меня турель восстановилась нормально. Можно патроны восстановить и здоровье. Там сзади брузер. Бегу на себя, гада. Э, блин. Уже не беру. Твою мать. Так, я взял на всякий случай квест еще один. Да, это нам очень поможет. Ну, пока есть возможность. Опа, я выжил. Черт. А, что-то босс. Ладно, сейчас этого козла завалю. Этого не убивайте, да, вот этого, да, вот этого, давай. Да, хватит меня убивать. Козломой, да я? Не стреляй в него. Оп, ладно. Да стрелян. Блин. Да я... Чё ж ты не это... Не посидел 3 секундочки. Так я чё, они в меня стреляют, они меня же уменьшают тут. Типа... А, блин. Да. Это, конечно, капец. Что тут творится? Убивай его. Подъем.
Да, пизда, да. А, у них элементальная пушка есть, вот в чем дело. Да, или это граната, я не знаю. Пушка, блин, пушка. У кого там снайперка, можете отсюда палить? Чтобы не пришли. Пули нет. Ай. Так, все грустно, да? Ладно, зато я близко. Они там еще справа есть целая толпа. А, я не могу лечить и стрелять точно. Угу, я же говорил. Я сейчас все, я готов. Патроны кончились. Я, по-моему, уже без денег. Да, мне уже толком нечего отнимать. Что хоть опыт не отнимают после этого? Где эта козлина, кстати, стреляет? Он тут больно ведь, а? Так, надо патроны восстановить. Да что ты будешь делать, а? Охуйте себе от пушки вместо нас. Да. Так, ну-ка прикрой меня. Чем? Ну, вернее, я их от пока отвлекаю, вали. Не могу, меня сейчас завалит самого. Патроны кончились. Все, завалили меня. А, это ты? Это я. А ты что, меня бил? Нет. Я думаю, этот. Ай. Ай, хей. Никогда не кончится или не кончится. Да у меня крит в башку, по-моему, с револьвера ни хрена не делает. А я попал только толку от этого. Что-то я слабо совсем дамажу. Сейчас я за углом спрячусь и восстановлю тебя. Давай сразу за угол, ко мне, направо. Сволочь. Дайте мне его добить, пожалуйста. Отлично. Фу. Ну блин, меня опять забыли. В смысле, а ты умираешь? Понял. Ну блин, не видно что ли. Так ты говоришь, что ты помер. Следи за индикаторами стрела. Когда меня убивают, как-то не получается. Одни дробовики. У меня получается. Вот, фиолетовый дробовик. Ну-ка, дай попробую, а то, что у меня полное фуфло. Так, ну-ка, где эта фигня? Так, надо кинуть херовину, восстановить патроны. Чуть-чуть хотя бы. Что это за фигня? Где? У меня в руках. Это дробовик, только очень маленький. Не бегайте, я отойду. Тут что-нибудь еще осталось, хотя бы такое, что можно собрать? Нет. Так, ну судя по лору того, что последний клэптрэп во второй части остался, это как-то особо не это. Не поможет нашему валяющимся другу. Че, налево пойдем, да? Ну, как я поняла, да. Там, где боли и страдания. Да. О, так. Очень маленький урон у оружия. Угу. Алло? Да. Так, ладно, надо эту двойку попробовать. Че я там еще нашел? Так, ну, вот нет. Тебе, чуваки, вот тебе дробовик, бери. Сейчас, подожди, смотрю, что еще. Нас, кажется, заметили, да. Это моя новая граната, ну-ка.
Понял. Ну, о, о, я базуку нашел. Надо спрятаться и выбить ее. По мне дамажит как поэтому. А, блин, меня убил маленький засранец. Бей, добивай его. Не успел. Там сзади еще один брудер. Да вообще похуй на этот, на оружие мое. Черт. Понял. Я вообще толком мало не ношу ему. Кто убил чувака передо мной? Ну блин. Куки. Зачем? Теперь я понял. Все, у меня уже нечего денег отнимать, уже по 100 баксов все отнимается. Да твою мать. Куки, стоишь на пути стрельбы. Есть. Давай, Куки, добивай его. Что у него? Ничего? Патроны, которые так нужны. И вот еще патроны. Два автомата. А, нет. Две гранаты. И вот еще есть. Вот эти я буду. Не возьму. А что это у него такое? А, тут сейф есть во второй части? Что есть? Сейф? Сейф, да. Вряд ли. Сейчас опробуем эту хиромантию. Так. Восстанавливаем здоровье, кто может, и патроны. Хотя бы что-нибудь. 16 левел нужен для этого оружия. Ну, две обоймы я себе восстановил за счет этой штуки. Ханк, идешь? Угу. Вот там маленькие ублюдки. О, нифига, у меня шоковая пушка. Этот мелкий ген. Убили? Ну ладно, добивай, сзади тебя нет. О, второе дыхание дали. Так, осталось совсем чуть-чуть и... В принципе, все, мы собрали все. Нам нужно этого найти. Еще три кристалла и ремонтник, ремонтный набор для этого. Мне написано, что все, ну ладно. Вот теперь все. Ну, это твои зоны, да. Отлично, они еще и такие. Ну, без щитов. Щиты быстро ломаются с кулаками. Пытаюсь, я его не вижу, где он? Какого из? Я... О, вот этого. А, твою за ногу. У которого меньше жизни было. А, черт, я того добил, ну ладно.
Ну это мне убьет, а еще. Нет. Не успел. Это мазохизм. Спроси у Куки. Вспоминаю комикс собак, то есть два огня со словами «It's fine». У нее сейчас, наверное, такое настроение, да? Куки, добивай его. Ты его добил. Так, а ну у меня патроны, которые возгораемые. Сорян. Я тут один. Мне бобо. А! Ладно. Отвлекай его. Я его сейчас завалю, скорее всего. Не, а не ты. Я. Second wind. Ну все, я ж тебе, блядь, отхилил. Я вот ушел. Кулаком по лицу так. Блин, не добивай его. Ладно. Это дробовик. Гранаты. Спасибо. А мне сейчас завалит. Где его? Я за тобой поставлю. Он меня все-таки завалил. Стреляй. Этот дебовик, что я тут настреляю с него? А, чёрт. Какой он мощный. А, я не попадаю. А, ну правильно, я вот... Я его задержал. Угу. Что-то я вообще не понимаю, где я нахожусь. А, все понял. Что, вы так его и долбите одного? Какой-то он мощный. Подъем. Вы издеваетесь, да? Так, чё смог, то это? Восстановил. А, гранаты. Все равно толку с них никакого. Нож, ублюдок. Тут, а, справа, да. Чё, вообще всех положили? А, черт тебя поди... А, ты меня останавливаешь? Там. Готов. А ты чё лежишь? И не говоришь ничего? У меня был микрофон выключен. А. Если тут патроны-то есть. Есть. Много. Нету. Что за фигня? Пустой ящик. Нету? Пустой вот. Ящик. Вот патроны. А я их не вижу. Это везде типа собрал. Мне нету ничего, что за фигня? Это лимбо. Ну тут лежит. То, что я выкинул, лежит, кстати. Так, куда он дальше? Вот тут.
Не, серьезно, я потом здесь не вижу нифига. Там есть большой скаг и ящик с оружием. Эй! Так, мне какие-то лаги. Как пинг посмотреть? Никак. Потому что у меня оружие не переключается. Так, стоять. Ну, КП у тебя восстанавливается нормально. Да. Ой, где она? Меня кто-то... Сволочи. Добиваю от этого, который рядышком. Угу. Ну, в общем-то, застреваю постоянно. Готов. Не могу подобрать ничего. Что за фигня? А, не могу, все. А. Провалилось что-то? Еще два. Так, Куки добивай этого. Сзади тебя, Альфа, скаг. Лучше подними нас, а то это будет долго. А то еще и сдохнем. Ну все, у меня кончились патроны. В рукопашную. Эй, завалили. У меня падают, вижу этот от денег. Еще этот, свет. Подобрать не могу. Ох, ушья. Ну, класс. Поднимайся. Пытаюсь. Я упал. Мне бубо. Не бейте меня, не бейте меня. Готов один. Или второй. А там еще бежит. Сзади вас. Ну, я его подпытал как мог. Ну, сейчас он рвется на меня. Главное один, это изи. Потому что он попасть не может. Сейчас фигня, у меня половина предметов, я не могу их подобрать. У меня кончился этот, как его, инвентарь, я не могу поднять новые пушки. Упс. Да ёп, не видел, сколько их? Я только одного вижу. Я имею в виду это. Вопрос может, какой? Может надо идти дальше? Да нет. Вообще нет никаких револьверов. Фу! Пистол преференции дали. Еще один. Кто мне сзади помешал бежать? Ну я, да я. Все, у меня вообще нет патронов ни на чем. Зато у меня появилось. А туалет вызывать будешь, нет? Да.
А вот только что появилась возможность. Еще один твою дивизию только что выскочил. Челлендж комплит, keep firing. Так, еще появилось чуть-чуть патронов. Еще один, что ли? Выйти, я застрял. Что мне толкает? У меня появилось впечатление, что они тут бесконечные. Да, а мне, по-моему, 5 минут назад этот чёрт сказал. Так, надо выключить. Я только за аптечкой потянулся. Валим отсюда, я побежал. Ну ты нафиг. Эй, а я. Все, бежим отсюда, к чёртовой матери. Бегом. Ну мы можем здесь качнуть, кстати, левел. Нафиг. А, и тут тоже. Вернее, он не спрыгнул за нами. А, да? Беги. Убивай этого чувака, я вызвал тебя на дуэль сначала. Что, хочешь смахнуться, да? Делаешь? Ну вот, молодец. Податься хочешь, да? Так, погоди, а где моя? Турель не работает. Серьезно? Ну ладно. Где-то есть. Чего по тебе урон не проходит? Что попасть не можешь. Я быстрее сам себя убью. Ах ты гадёк. Ну, правильно, стоило мне остановиться на секунду. Я все попал, да. Чего там? А он еще живой? Фиг знает, кто это был. Опять? Да что бы. Забейте на все, бежим. Я не могу. И ламп не может. Беги ты лучше, восстановимся. Так, я его убил рукопашным. Где тут выход уже? Вы робота починили? Да. Так, куда? Нам дополнительный, по-моему, слот дали. Отлично. Инвентарь больше. А мне не дали. Где этот робот? Всем дали. Где? Не, а мне не дали. Инвентарь больше, говорю. А, инвентарь или слот для оружия? Привет. А, черт. Как же ты достал-то, а? Позлили. О, что-то синенькое выпало. Ладно, тут покрепче будет. Блин, мать. Стой. Я его ножом сейчас. Отлично. Так, куда нам вообще бежать? Выход. Прямо и направо, да? И налево, точнее. А, вот. Все, вижу. Его использовать надо было, этот предмет. Ай, ты ж. Ну, блин. Потом не знаю вообще ни на что. Фу. Ай, блядь, тут раки появились. И нахрен я валю. Если успею. А где выход? Я уже к нему приближаюсь. Нас же всех кинет, если я выберу, да? Да. Ну. Тогда ждите 3 секунды, я почти добежал.
Иди. Все. А. Кислота. Все, кинула? Угу. Жесть. Не, надо делать все сайт-квесты. Потом уже. Так, ну я, наверное, все на сегодня. У меня уже 2 часа ночи, завтра мне через 4 часа вставать на работу. С ней сегодня. Тебя там уже сколько? 2 часа ночи. Да. Так что я пока все. Давайте.